Я вас приветствую, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, в этот раз я приехал в район Оба. Тут продается 2 плюс 1, подходит под ВНЖ, можно указать минимум 205-210 тысяч долларов в топу. А цена квартиры просто пирожочек. На данный момент самый хороший вариант недвижимости под ВНЖ. Это я вот так оценил эту квартиру. Вид на горы, как вы увидели, вот так видно с балкона. Тут два больших балкона. Вот это первый балкон. Также вид с балкона в эту сторону. Юго-западная сторона. Здесь бассейн, огромная зеленая территория, там тоже большой бассейн, генератор есть, открытая парковка. Расстояние до моря максимум 550 метров. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, сеть магазинов Кочташ, это хостовар там продается, сеть магазинов Тахтакале, сеть магазинов Карифурса, Мигрес, Шок, Бим, ну все рядом. Хороший пляж впереди также есть с пирсом. Так, тут гостиная с отдельной кухней. Минимум квадратный метр, полезная площадь 110 квадратных метров. Вот такая кухня. Скажем, что здесь прихожая. Широкие двери, вход в гостиную. Тут прихожая. Вот. Два санузла, полноценных, больших санузла. Это первый санузел. Душевой кабинкой. Здесь две спальни. Давайте я покажу эту спальню, потом второй балкон. Выход на второй балкон. Здесь минимум 15-17 квадратных метров полезная площадь. Второй санузел побольше, где-то 7 квадратных метров полезная площадь, минимум, может быть, 8. Здесь можно установить даже джакузи. Есть форточка. Так, на балкон я не буду выходить. Выйду отсюда. Айдат здесь 600 лир. В этом проекте. Интернациональный проект. Кондиционер фирмы Самуэ. Надо поменять на инверторное. Высота потолков 265 сантиметров. Тут тоже спальня 15-17 квадратных метров, полезная площадь. Это западная сторона, а также северная сторона. Вот тоже огромный балкон. Продолжается в эту сторону. Так. Теперь самое главное. Скажу цену, я во дворе. Не буду тратить время. Квартира пирожочек. Вот, поднялся я наверх, тут одна кладовка, видите, да? И тут еще одна кладовка. Вот так, ненужную вещь можете поставить. Так. Также есть отдельные кладовки в подвале у этого проекта. Отдельные комнаты, в каждой квартире отдельно, большая, где-то 4-6 квадратных метров полезной площади. На этаже две квартиры. Лифт, проект 2008 года. Тут лесенки. Вот, хочу показать вам, что здесь есть отдельные кладовочки. В какой комнате? Здесь помню, да. Как этот цвет... Вот свет, видите, комнату каждой квартиры, своя кладовка. 4-8 квартир в этом блоке. Так, забыл отключить. Тут фруктовые деревья, лимоны, апельсины, мандарины. Ну, полно здесь деревьев, территория большая. Бассейн, детский бассейн, но он большой тоже, можно... И взрослым людям также купаться. Глубина где-то 70 сантиметров в этой стороне. Здесь 40-30-50 максимум. В той стороне открытая парковка, генератор. Фасад вы увидели, это мозаики.
А здесь огромный бассейн, также калитка, которая выходит на дорогу D400. Тут по четвергам рынок Тосмура. А также в этой стороне рынок по понедельникам района Оба. Зона беседки есть, где-то там барбекю. Видите, сколько фруктовых деревьев, лимонов полно, в основном никто не срывает. Вот огромный бассейн. И вот отсюда прямо выходите к морю. Здесь два входа. Один позади, где открыта парковка. Собственно, открытая парковка. Проблем нету с парковочными местами. Вот здесь дорога, отсюда прямо к морю. Можете в ту сторону пойти, в сторону именно Тосмура, речки Дим. До речки Дим отсюда где-то километр или 800 метров. Все, дорогие зрители, самое главное, цена этой квартиры 100... Сколько там было, блин, забыл. 134 тысячи евро, да. Бывает такое. Срочная, сказал бы, нет, не продажа, но очень хорошая цена под ВНЖ. Можно указать 200 тысяч долларов. Звоните по номеру 90 555 064 91 10. Всем пока-пока.